Таня! Ты что так кричать-то? Ты опять пила? А ты что так поздно? Танечка, а ты не боишься спиться, а? А тебе-то какая разница? Есть разница. Ты меня позоришь, Таня. А еще ты врываешься в чужие дома и устроишь скандалы. Ну-ка, ну-ка, куда это я там ворвалась? Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю, к Постниковой. Нажаловалась все-таки. Ты зачем к ней поехала? А ты не понимаешь? Ты думаешь, я буду мириться с тем, что какая-то сучка пытается увезти у меня мужа с квартиры? Ты думаешь, я не знаю, как все это происходит? Да она же сейчас, чтобы в квартирке своей остаться, под любого ляжет. А ты слюни пустил. Бред. Ты несешь бред. Что есть, Паш? Ты знаешь, что ты со мной практически перестал разговаривать? Мы стали чужими людьми. Ты хочешь, чтобы я спокойно сидела и смотрела, как разваливается мой брак? Знаешь, Таня, ты действительно права. И что ты имеешь в виду? Я думаю, нам пора расстаться. Подожди, ты что, хочешь со мной развестись? Так будет лучше и для тебя, и для меня. Из-за этой сучки, из-за этой журналисточки. Рот прикрой! Паш, да ты просто бредишь! Ты вообще подумал? Да, я подумал. Ты не переживай. Этот дом тебе останется. И деньги, много денег. Тебе хватит, чтобы безбедно жить, если не будешь транжирить. Все из-за этой проклятой квартиры. Да нет, Тань. Я встретил человека. Я полюбил. Полюбил. Паша, да ты просто придумал себе всю эту историю. Конечно, девочка-припевочка. Вся такая интеллигентная. Ангел просто. Еще жизнь тебе спасла. Да ты посмотри на нее, Паш. Ты ее знаешь меньше месяца, а я с тобой 5 лет. 5, Паша. И я никогда не видела тебя такой размазней. Да, 5 лет. Что случилось, Паш? Действительно, 5 лет. 5. Со мной ничего не случилось, Танечка, ничего. Просто случилась любовь. Любовь? А со мной, Паш, была не любовь. Да. Это Романцов. Павел Александрович, мы его взяли. Кого? Вашего стрелка. Я должен приехать прямо сейчас? Вы знаете, мы только что закончили допрос. Давайте лучше завтра утром, часиков 10. Удобно будет? Да, удобно. Значит, завтра утром. Мы поймали его на автовокзале. Хотел дернуть из Москвы на автобусе, на машине, видимо, испугался. Вы хотите сказать, что это вот тот самый стрелок? Да, мои ребята провели генетическую экспертизу, она все подтвердила. Кстати, 5 лет назад его уже судили. Вооруженное ограбление. Тогда тоже брали образцы ДНК, так что сомнений быть не может. Александра, вы подтверждаете, что это он? Ну, тогда он был в черных очках. Но я почти уверена, что это он. Угу.
Знаете, что странно? Я все никак не могу понять, зачем он это сделал. Где мотивы? А он сам ничего не сказал? Нет. Пока молчит, как партизан. Павел Александрович, пожалуйста, подумайте как следует. Посмотрите, может, вы все-таки его знаете? Где-то видели, нет? Нет. Если бы я его видел, поверьте, я бы его не забыл. В общем, будем пока его дожимать. Ну, как только начнет говорить, я сразу уйду на связь. Лет. Соня, мы опаздываем. Давай скорее. Руку давай. Соня, руку давай, засовывай. Да проснись ты уже. Прости, папочка. Это ты прости меня, родная. Все в порядке? Угу. Сонечка, иди, вызывай лифт. Сейчас. Папа сейчас подойдет. Хорошо. Беги. Дима, ну что такое? Что ты такой мрачный? Да все в порядке, мой родитель, Александр, не волнуйся. Ну я же вижу. Я хочу, чтобы ты знал. Я на твоей стороне. Спасибо вам, правда. Спасибо. Ну, пошли. Давай. До свидания. Счастливо. Прости, задержали издатели на встрече. Ой, господи, мама твоя! Только о тебе и говорили. Обо мне? Твое интервью с Меркуловым просто произвело фурор. Мало того, он никому никогда не дает интервью. А здесь он дал интервью, да еще и ты сумела раскрыть его образ. Видеоверсия его интервью, где он рассказывает про детство, это просто на разрыв аорты. Мы рыдали всей редакции. Ниночка, спасибо большое. А 100 тысяч просмотров за один день, это же 5-летний рекорд всего нашего издания. Нас вспомнили читатели. А что начальство это говорит? А, это на самом деле самое главное. Ты готова? Мне лично поручено восстановить тебя фулл-тайм. С сегодняшнего дня ты являешься автором издательства «Ливни новостей». И еще являешься лицом нашего издательства. То есть ты можешь брать интервью у банкиров, у политиков, у звезд шоу-бизнеса. Что ты можешь сказать по этому поводу? Вы знаете, так неожиданно. Хорошо, лучше я за тебя скажу. Это нереально! Это великолепно! Конечно, да! Нина, я тебя обожаю! Нина, я тебя обожаю! Ладно, пойдет. Еще есть у меня для тебя новость. Кажется, у нас появился новый инвестор. Кто? Ну, пока не хочет, чтобы его имя раскрывали, как бы он хочет, чтобы это было... Не, но начальство просто на седьмом небе. Ты приносишь нам удачу. В саду. Ой, совсем забыла. Ой. Ты придешь? Ну, приду. Куда же я денусь? Папа тоже? Папа, ну я не знаю. Елена Владимировна сказала, что должны прийти все родители. Если у него будет время, он, конечно, придет. Я хочу, чтобы вы оба пришли. Я хочу, чтобы вы помирились. Конечно, Соня. Если ты так хочешь, мы обязательно придем. Побежали.
Алло? Саша, а вы еще не спите? Нет. Тогда можно я вас украду? Что? Я хочу вас отвезти в одно удивительное место. Прямо сейчас? Да. Дело в том, что днем там не так красиво. Ну, хорошо. Только, Саш, оденьтесь потеплее, там ветрено. Ясно. Что вы согласились. Прошу. Смелее. Чуть-чуть, я с вами. Только не открывайте глаза, хорошо? Мне кажется, я во что-то сейчас врежусь. Нет, я вас держу. Угу. Доверяйте мне. Держитесь. Еще чуть-чуть. Не открывайте, пока рано. А вот теперь сделайте глубокий вдох. Открывайте. Это что-то невероятное. Красиво было. Просто невероятно. Это северное сияние. Угадали. Знаете, я прихожу сюда, и когда мне очень плохо, и когда я безумно счастлив. Когда меня терзает чувство одиночества, и когда я люблю всю Вселенную. Место откровения. Такое убежище. А у вас есть такое место? Mm-hmm. Да. Ну, то есть было. Давно. Старый дом на Солянке, знаете? Тот, который потом сломали. Совершенно верно. Вот мы с подружкой туда забирались. Рисовали, читали стихи, что-то придумывали. Даже гадали. Потом дом сломали, и больше у меня нет такого места. Дарю. Саша, дайте руку. Дайте. Кстати, вторая половина сердечка у меня. Вы знаете, сюда вход запрещен всем. Всем, кроме вас. Если вам захочется прийти и побыть в одиночестве, приходите. А может, у вас будет желание прийти вместе со мной. Саш, ну, я хочу, чтобы вы знали, что я чувствую по отношению к вам. Главное, поймите, я не сумасшедший, я нормальный. Это не бред, это правда. Я хочу, чтобы мы были вместе. Паш, не в этом дело. В чем? Просто как-то все очень быстро. Мне кажется, я пока не готова к новым отношениям.
Да, конечно, я все понимаю. Я вас нисколько не тороплю, вы только не бойтесь. Пусть все идет своим чередом, я готов ждать. Я просто хотел, чтобы вы знали, что я чувствую. Вы оставьте шанс. Шанс нам. И вы тогда поймете, что все это серьезно. Я не играю. Я не разочарую вас. Спасибо за чудесный вечер. Тебе действительно понравилось? Конечно. Раз так, может быть, повторим еще раз? Может быть. Старая жизнь всегда сопротивляется новой. Спокойной ночи. Все, песенку повторили, к празднику готовы. Сашина картина. Дим, ты чего? Маргарита Александровна, я вчера Сашу видел с этим Бондарем возле нашего дома. С Бондарем? Вы можете мне объяснить, что происходит? Дима. В конце концов, Саша, она жена моя еще. У нас Соня. Димочка, я не хотела тебе говорить, но... Кажется, Бондарь ухаживает за Сашей. Она недавно была у него на благотворительном вечере, который устраивает его компания. Черт, Бондарь. Дима, мне тоже это все очень не нравится. Мне не нравится этот человек. Я ему не верю. Но Саша взрослая девочка. Я не могу на нее повлиять. Вы уж как-то разбирайтесь сами в своих отношениях. Единственное, о чем я тебя прошу, чтобы ваши отношения никак не касались Сони. Не готова. Ну что, поехали, зайка? Опа! Пока, бабушка. Пока-пока. Так, спасибо. Спасибо. Садишь, давай. Мама приехала. Мама! Привет, мам! Привет, мой зайчик! Так, пойдем скорее. Привет. Быстрее! Быстрее, быстрее! Мы уже опаздываем! Волнуешься? Нет. Сюда, сюда! Так, проходим. Калинка, калинка, калинка моя, саду ягода, малинка, малинка моя, эх, калинка, малинка моя.
ты малинка, малинка моя. Эх, калинка, малинка, малинка моя. Эх, калинка, малинка, малинка моя. Сатуянка, малинка, малинка моя. Ой, Сашуль, я ж забыл тебе сказать. Я посмотрела твое интервью с Меркуловым. По-моему, просто замечательно. Спасибо, мам. Он оказался вот такой глубокий человек. Ты его прям раскрыла. Горжусь тобой, дочь. А в интернете есть? Я бы тоже посмотрел. Я тебе кину ссылочку. Слушай, я очень рад, что ты... Я рад, что ты на работу вышла. Причем сразу так ярко. Сонечка, а почему ты торт не ешь? Я ем. Сонь, Соня, слушай, сегодня было все очень здорово, но мне, правда, немного слепило в глаза. Почему, пап? Потому что ты была самая красивая. Ой, а я не видела, пропустила. Малыш, чего ты такая кислая? У тебя был такой замечательный день, ты так хорошо пела. Я не кислая. Ну а что, устала? Я не устала. Просто вы не такие, как обычно. А что не так, малыш? Папа сказал, что вы помирились, а вы не помирились. Сонь, я тебе сейчас все объясню. Все, ну, немножко не так, как ты думаешь. Саняш. Как? Саняш, мы с мамой тебя очень любим, слышишь? Тогда почему вы живете не вместе? И почему я живу у бабушки? Сонечка, все наладится. Когда? Я хочу, чтобы папа меня укладывал, и чтобы вы были вместе. Сонь, подожди. Я поговорю с ней. Хочу. Саняш, есть такие вещи, которые ты пока не понимаешь. Какие? Соня, мы с мамой любим друг друга. Но у нас сейчас непростой период. Я надеюсь, он скоро закончится. Когда, пап? Я не хочу тебя обманывать, я пока не знаю. Я хочу к бабушке домой. Угу, пойдем. Давай курточку. Так, ничего не забыли? Да нет, все на месте. Угу. Дим, ты идешь с нами? Я останусь ненадолго. Ну, если ты, конечно, не против. Да, пожалуйста. Саня, ну, я тогда завтра заберу тебя, хорошо? Это шо? Пока. Угу. Счастливо. Все, пока, мамочка. Пока. Пока-пока. Я закрою. Угу. До свидания. Пока. А ты чего остался? Поговорить хотел. Чая хочешь еще? Не, спасибо. Саш, мне совсем недавно показалось, что мы можем сначала все начать. Саш, я люблю тебя, слышишь? Но неужели мы просто не можем все вернуть, как было? Сашенька, Соня страдает. Просто вернуть. Слушай, Дим, мне кажется, у нас что-то сломалось. Что сломалось? Я не знаю, как это вернуть. Сначала я думала, что это из-за квартиры. Потом поняла. Чего? Ну,
кажется, я просто тебя разлюбила. Это все из-за Бондаря, да? Почему из-за Бондаря? Ну, я видел вас вчера там, возле подъезда вдвоем. Ты что, ты шпионишь за мной? Да не шпионил я ничего, так случайно получилось, Саша. Что у вас с ним? Это не твое дело. Как не мое, Сашка, как? Ну как? Ты же жена моя, Саша! Дима, тебе лучше уйти. Пожалуйста, уходи. Живешь? Живу на коробке. Добрый день. Надо переезжать. Куда? Не знаю. Ипотеку решили не брать. Почему? Неизвестно, что будет дальше. Непонятно, каким составом мы будем жить. Чего непонятного-то? Дима пытается все вернуть. Конечно, когда он понял, что он потерял, теперь он хочет вернуться. А я не знаю, чего я хочу. Ну, а Бондарь проявлялся? Проявлялся. Приехал поздно ночью, отвез на какую-то крышу на высотке. Там потрясающий вид, шампанское, ленты, красиво. Ничего себе. А главное, он говорит такие слова. Какие слова он говорит? Что мы должны были встретиться, что это не случайно, что это судьба. Божечка ты моя, в наше циничное время и такое происходит. А? Самое страшное, что я, похоже, чувствую то же самое. Ну, но мы очень разные, мы из разных миров, и все происходит слишком стремительно. Опять ты за свое. За тебя такой мужик борется, а ты все за старое цепляешься. Мы слишком долго были с Димой вместе. Я не могу просто так взять и броситься в новые отношения. Я все понимаю, но я хочу, чтобы ты реально смотрела на вещи. Твоя жизнь меняется, и ты меняйся вместе с ней. Молодец. Так. Ребяточки, собираемся в паровозик. Ну-ка, быстрее, 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 быстрее. На раз, два, три. Раз. Я уже пришел. Два. Молодец. Так, сюда, сюда. Собираемся, собираемся, собираемся. Три. Так, Макеева, Куколенко. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, а где у нас Горелова? А? Соня, Денис, где Горелова? Не знаю. Соня! 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 Будь смелее уже, отпусти ты все. О, планерку пора. Алло? Как пропала? Сейчас еду. Соня пропала. Как пропала? Где она? Где моя дочь? Саша, простите, я не знаю, как это произошло. Просто она была тут, а потом... Я обошла все дворы, ее нигде нет. Как такое может быть? Вы что, за ними совсем не смотрите? Спокойней, пожалуйста. Спокойней. Я так понимаю, что вы мать. Правильно понимаете. Хорошо, вам нужно будет заполнить заявление, чтобы мы начали поиски. Что значит начали поиски? Вы что, вы еще не начали поиски? Да вы что, с ума сошли? У меня дочь пропала! Девушка, успокойтесь. Вы разговариваете с представителем власти. У вас совести нет, представитель власти. Выходит, что вы работали в сети ресторанов Георгия Лукина, а потом открыли свою пекарню, да? Да, все так. Тут написано, что о ваших десертах писали некоторые издания. Ну да, было дело. А можно узнать, что случилось? Почему вы закрылись? Вы знаете, я не хотел бы об этом распространяться. Извините. Одну минутку, можно? Алло. Алло. Дима. Да, Саш, что случилось? У нас Соня пропала.
Как пропала? Ну, я не знаю, она ушла из садика куда-то. Я сейчас приеду. Маргарита Александровна, вы в порядке? Я говорила, надо было в другой сад отдавать, где нормально следят за детьми. Не беспокойтесь, я найду ее. Что вы тут делаете? Дима, здравствуйте. Я знаю, вам сейчас трудно. Держитесь. Только ведь это не время устраивать скандалы. Наша с вами задача — найти ребенка. Наша задача? Да, наша. Я подключился к связи в МВД. Дали самых лучших специалистов. Так что мы найдем Соню. Я пойду на Илью Сашу войду, хорошо? Да, сержант. Хорошо, я понял тебя. Все, давай. Александра Владимировна, моя группа начала поиски. Мы также поделились информацией с волонтерами, и они уже включились. Ясно. Уверен, скоро Соню найдут. Дети частенько сбегают из садиков. Это обычное дело. Я и сам бегал, когда был маленький. Соня. Привет, пап. Привет. А мы с мамой очень волновались. Тебя нигде не было. Помнишь, когда мы проходили под этим мостом и сверху шел поезд, ты сказал, что я могу загадать любое желание. Ну, конечно, помню. Я загадала, чтобы вы с мамой снова были вместе. Но получается, оно избылось? Да. Получается, пока не сбылось. Я решила, чтобы прошло 100 поездов, но пока только 8. 8? Ну, 8 – это уже очень много для одного желания. Ты замерзла совсем у меня. Пошли-ка домой, а? Пойдем. Опа! Замерзла? Да. Доченька! Сонечка! Мама. Сонечка! Как же ты меня напугала! Прости, мамочка! Прости меня! Это ты меня прости! Я так люблю тебя! Ты не замерзла? Пошли, пойдем! Хочешь покушать что-нибудь или попить? Ты же замерзла! Как вам удалось ее найти? Сотрудники прошерстили весь район и вообще ничего. Я ее отец. Слушай, ну как? Как ты ее нашел? Она пряталась под мостом желаний. Где? Железнодорожный мост через Москву-реку. Мы там гуляемся иногда. Я сказал ей, что когда поезд идет по мосту, можно загадать желание, и оно сбудется. Ты всегда знал ее лучше, чем я. Ну все, вроде уснула. Но я надеюсь, вы понимаете, как нам повезло.
А если бы с ней что-то случилось? Ну, помолчи. Мама. Вы не понимаете, что вы гробите все лучшее, что у вас есть? Я сейчас не только про Соню. Я про вашу семью. Про тебя, Саша. Про тебя, Дима. Да, случилась беда. Вот из-за этого дурня. Но жизнь-то продолжается. Вы что, хотите всем этим пожертвовать ради какой-то квартиры? Хотите еще стать одной семьей, которая разбилась о бытовуху? Знаете, сколько я таких повидала? Все совершают ошибки, Саша. И я их совершала. И папа. Но надо, важно уметь прощать. На этом все стоит. Маргарита Александровна. Ничего, ничего, сейчас. Нормально все. Ну, в общем, так. Я надеюсь, вы меня услышите. И сможете простить друг друга и понять. Ладно, мне пора. Я вас провожу. Не надо, я сама доберусь. Знаешь, мне никогда не было так страшно, как сегодня. Вообще не понимаю, как все это произошло. Какое счастье, что ты ее нашел. Спасибо тебе большое. О чем ты говоришь, Сашка? Угу. Что дальше? Я не знаю. Но мама права. Соня. Семья. Это самое главное. Я думаю, нам нужно попробовать начать все сначала. Саша. Сашенька. Но только я... Я пока не готова. Не могу сделать вид, будто ничего не было. Это будет неправда. Я понимаю, Сашка. Я все сделаю, слышишь меня? Саша, все. Знаешь, мне просто нужно время. Мне надо понять, что хочу именно я. Не мама, не Соня, не ты, а я. А ты изменилась. Да, это правда. И ничего не могу с этим поделать. Малыш, ты чего не спишь? Ты чего не спишь-то? Не могу уснуть. Ну пойдем, я тебя уложу. А ну-ка. Ты хорошо подумал? Ну и куда ты теперь? Не знаю. В гостиницу. Сниму номер. А может, сразу к своей журналисточке? Она ждет, не дождется, небось. Вот дрянь, а. Не завидую ее мужу. Таня! Что, Таня? Что, Таня? Ты меня бросаешь? Таня. Я прошу тебя, хотя бы в память о том, как все у нас начиналось. Давай расстанемся, как люди. Я просто не понимаю, чем я это заслужила. Что я тебе сделала такого, Паш? А главное, ты думаешь, она другая? Ты не нужен ей, Паш. И квартира эта нужна, и деньги твои. Она в ангелы сейчас поиграет, а потом масочку снимет, и все. Только меня вот рядом уже не будет. А ты по себе, Танечка, ты не суди.
Я-то надолго одна не останусь. Да. Я в этом уверен. Водитель приехал. Ну вот, Таня. Вот и все. Будь счастлив. Скотина! Ненавижу тебя! Кого там принесло в такую рань? Сейчас пойду посмотрю. День добрый. Здравствуйте. Капитан Русаков. Нам нужен Горелов Дмитрий Олегович. Это вы? Да, это я. Что? Позвольте. Подождите, а что случилось-то? А что тут происходит? А вы, собственно, кто? Жена. Ваш муж задержан. Ознакомьтесь. Задержан? За что? Дай, пожалуйста. По подозрению в организации убийства. Чушь какая. Убийство кого? Павла Александровича Бондаря. Что?